Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня подписываем соглашение Оренбургской области. Александрович, хочу поблагодарить вас за активную работу по выработке этого соглашения. Важный документ. Старое соглашение уже утеряло свою актуальность, в то время как Оренбургская область для Москвы является серьезным партнером в развитии экономики и социальной сферы. Мы сотрудничаем в области образования, здравоохранения, культуры, туризма. Оренбургская область является одним из главных поставщиков в Москву зерна. Около четверти всех поставок осуществляется из вашей области. Ну и, конечно, промышленность, наука Москвы тесным образом также связана с Оренбургским регионом. Так что я надеюсь, что новое соглашение даст новый толчок, импульс для дальнейшего развития наших отношений. Спасибо, Сергей Семенович. Я бы тоже хотел отметить важность для Оренбуржья нашего сегодняшнего подписания соглашения, потому что мы действительно очень тесно связаны, взаимодействуем. И самое главное, что для всех россиян и для оренбуржцев точно так же мы все гордимся и любим свою столицу. И наше сотрудничество уже длится десятки лет, и Оренбуржье является сегодня форпостом России на границе с Казахстаном. И есть такая песня у нас оренбургская: «Здесь не кончается Россия, здесь начинается она». И мы сегодня по праву считаемся сердцем Евразии. Мы очень много сотрудничаем с предприятиями Московской области. Хочу дополнить еще к тому, что вы сказали. Очень серьезное взаимодействие в области поставок продукции стройиндустрии. Щебень наш, большая часть щебня в Москве — это оренбургский щебень, цемент, другие стройматериалы, продукты питания. Поэтому мы все очень хотели, чтобы мы с вами сегодня подписали это соглашение. И хочу пригласить вас посетить Оренбургскую область, вас, вашу команду. Добро пожаловать в Оренбуржье. У нас уникальный, красивый край. И хочу, чтобы вы в этом убедились и гордились, так же, как мы гордимся нашей столицей, такими уникальными территориями. Но вы, как человек, который прошли в своей жизни все ступени и муниципальной службы Сибири, знаете, что у нас, так же, как у Сибири, мы соседи, красивые, добрые, хорошие места. Спасибо. Где живут прекрасные люди, что в Москве, что в Москве. Спасибо вам большое. Обязательно побываем у вас. Спасибо. Ну, теперь давайте подпишем соглашение. Начинается церемония подписания соглашения между правительством Москвы и правительством Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение подписывают мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и губернатор, председатель правительства Оренбургской области Юрий Александрович Берг. Александрович.